Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Сегодня у меня вот такая вот посылка. Она не из Китая, но тоже очень интересная. У каждого человека есть хобби. У меня хобби – это посылки из Китая и YouTube-канал. У меня у жены хобби. Есть такой сайт, называется «Посткроссинг». Когда человек, там регистрируешься, тебе дают 9 адресов, ты отправляешь 9 открыток в разные страны, в абсолютно разные страны мира. Все это происходит рандомно. И потом, когда люди получают, которые зарегистрированы на этом сайте, получают твои открытки, то тебе тоже 9 человек могут отправить. И происходит такой своего рода обмен открытками. Ну и вот просто я сейчас взял, у жены выбрал несколько. Вот, допустим, из Санкт-Петербурга, тут тоже из какой-то страны азиатской, это Empire State Building, открытка из Америки, то есть, открыток просто приходят разные со всего мира, достаточно, я считаю, интересное увлечение, сам я не увлекаюсь, но жена моя увлекается уже не первый год, ей очень нравится, вот, и, собственно, заказал, как видите, да, разные открытки, так как у нас на почте России, не балуют нас хорошими, красивыми открытками, жена периодически, покупает где-то интересное, вот, и набрела она на один интересный сайт, где можно заказать различные марки и открытки. То есть интересные, необычные, то есть такие, которые на обычной почте не купишь. Посылочка, пришла из города Иваново. Вот, дошла где-то до меня дней, за 5 или 6. Вот, собственно, давайте открывать и посмотрим, что же там внутри. Постараюсь открыть аккуратненько, чтобы жене потом тоже было приятно посмотреть. Она хотела сама распаковать, но я уговорил ее, чтобы распаковать мне, потом я ей покажу. Думаю, вам это интересно будет посмотреть. По-любому есть люди, которые, занимаются этим. И кому-то, может, будет интересно. Так вот все упаковано. Ссылочку на сайт я на это скину. Также скину я на сайт Посткроссинг. Может, кто-то после этого видео кому-то будет интересно. Кто-то тоже зайдет, зарегистрируется и попробует также отправлять открытки по всему миру и получать от других людей. Так, это наклейки. То есть тоже можно на открытки клеить вот такие вот интересные наклеечки. Так. Угу. Так вот все очень красиво упаковано, то есть на этом сайте люди вот так вот заморачиваются, красиво упаковывают. Блин, я даже если честно, я даже распаковываю, и мне жаль, что жена не распаковывает это. Мне вот очень приятно сейчас распаковывать. Так, здесь у нас какой-то, видимо, документ, я сейчас посмотрю. Тут, собственно, идет вот такой вот перечень. Здесь все открытки, которые нам пришли. Так, давайте дальше смотрим. Вот такие вот марочки с Винни-Пухом. С этим, с Карлсоном. Карлсон и малыш. Так, далее. Здесь вот тоже. Вот эти марки, они никакого номинала, я так понимаю, не имеют. И, скорее всего, больше для красоты. Сейчас посмотрим, откроем. Такие вот различные. Это наклейки идут, да, это идут наклейки. Мне кажется, что номинала на них никакого нет. Скорее всего, просто вот так вот для красоты. Так, здесь прям конкретно люди заморачиваются с упаковкой. Очень приятно.
аккуратненько. Ну и вот тут такие вот нам открыточки. Опять же, не могу сказать, сама ли жена набирала эти открытки, либо они как-то рандомно шлют. Ну вот, смотрите. Вот такие вот открыточки Мэрилин Монро. Она же. Ну, я думаю, тому, кто будет получать такие открыточки, будет очень приятно. Вот русская красавица. Еще одна. Кошки. Цыпленок вот такой. Кеды. Еще две русские красавицы. Блин, прикольные, реально прикольные открытки. Не знаю, может это сами они как-то печатают. Либо где-то тоже заказывают. Ну, прикольно, мне нравится. Даже вот такие вот глянцевые есть. Кошак. Какие-то зимние. Да, клевые открытки. Ну, реально таких. Вот на такую, может, еще что-то подобное купишь на Почте России. Но остальные действительно уникальные, красивые. И людям, которые будут получать их на другом конце мира, я думаю, будет очень приятно. Ну, другие две я не буду распаковывать, потому что там, наверное, ну, такие же подобные открытки. Вот, все их смысла показывать нету. Если вам интересно, переходите, там ссылочку я оставлю. Хотя вот давайте еще вот здесь посмотрим, что-то здесь тоже такое интересное, мне кажется, лежит. А, ну там тоже открытки. Как мне жалко распаковывать, вы бы знали, а. Какая красота. Да, вот тоже открыточки, такие вот необычные, белка. Это у нас в Кремле собор, не помню уже, Василия Блаженного, по-моему. Ну, вот такие еще три открыточки. Открыточки стоят, по-моему, недорого, где-то цена, да, по 11, по 10 рублей. Тут все перечислено, есть по 12, по 13. Наклейки стоят 80 рублей, вот эти, я так понимаю. Так, да, одни вот эти маленькие 80, эти 150. Ну и здесь пишут вам, что спасибо за заказ, надеемся, что наши открытки порадуют вас и ваших адресатов. И пишут, что happy post-crossing, то есть счастливого пост-кроссинга. Здесь группа ВКонтакте. Ну, я все ссылочки, которые здесь есть, я вам напишу и сами посмотрите. Ну, ставьте лайки, если видео понравилось. Если кто-то занимается пост-кроссингом, то переходите по ссылочкам, смотрите, заказывайте. Действительно очень... Я не занимаюсь, но действительно очень интересные, красивые открытки. Если же видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Всем спасибо, удачи, пока-пока.